Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Aimbot, и у нас Marvel Битва Чемпионов, и мы открываем сегодня кристаллы. Кристаллы будут разные, так как 4 звезды, так и 5 звезд, и плюс всяческие другие. Не будем затягивать, сразу же едем и открываем. Открываем самое интересное, самое нужное, самое полезное. Вот, и пока что заставочка вот этого Таноса. Могу отметить то, что обнова, в принципе, удалась, наверное, у Кабама. Потому что я думаю, что Проксима очень хороший будет боец. И я думаю, многие об этом знают уже. Вот, и я думаю, Корвус тоже будет очень-очень хорошим. Будем смотреть, будем надеяться. И я думаю, видосик по Проксими тоже будет на канале Mbot, поэтому не пропустите. Вот. Значит, осколочки кристаллов. Открываем мы первый кристаллечек. Я не знаю, где звук в этой игре. Без понятия вообще, куда он делся. Вроде как, может, у меня что-то, может, не у меня. Так, 1000. Но я понял, что за это был кристалл. Всем давали за 1000 там осколочков. Это, в принципе, хороший кристалл. Кристалл славы. Тоже нужен, потому что здесь выпадают нужные нам фрагментики. И у нас собрался целый ежик. Представляешь, собрался целый ежик космоса. Это ж офигенно. Вот эти вот, я думаю, сошечки всякой такой, это неинтересно. А вот эти, в принципе, можно, наверное, открыть, потому что здесь падают ину раз целые ежи. Что-то там бахнулось, открылось. Ну, понятно, это такое себе. Это такое себе. Что есть еще? Ну, это, в принципе, нужно, но я открывать не буду. Вот. А вот фрагментики, я думаю, классово я открою. Я не знаю, их 93. Откуда вам? Ну, будем надеяться, что сейчас очень-очень много будет ежей. Зеленый еж собрался. Хорошо. И что у нас еще? Все? Все, больше ничего не собирается. Так. Угу. Ну что ж, такое-то ничего не собирается. Что-то меня, я аж прям прокашлялся сейчас. Потом... Поэтому голос совсем-совсем никуда ушел. Ушел, покинул меня. Будем восстанавливаться. Так, что у нас еще? У нас пока ничего не собирается. В принципе, прокручивать, я думаю, это дело не стоит. Потому что когда будет что-то собираться, мы это дело увидим. Вот, ну пока ничего нету. Да что ж ты будешь делать? Все, что ли? Все, у нас два ежика собралось за сегодня, не все. Я рассчитывал все-таки на больше. Но тем не менее, очень много мистики собралось. Это хорошо. Ну и плюс еще всякие другие. Почему я отметил мистику? Потому что мистика, я не знаю, у меня очень-очень плохо собирается. Она хуже всех собирается. У меня уже все, по-моему, чемпионы прокачались до 550, либо типа того, да. Ну, блин, никак мистики не хотят качаться. Вообще ни одного мистика на полную четырехзвездочную не прокачан. Доктор Стрэндж, это хорошо. Ну, не совсем. В 3 звезды это такое и рекламка. Понятно. Ну и, соответственно, если не будет музыки в игре, да, то придется мне, скорее всего, что-то накладывать. Какой-то музончик. Так, здесь. Будем надеяться на хорошие кристальчики. Давайте. То есть на хороших чемпионов? Нет. Ну, хорошие кристальчики, и в них хорошие чемпионы. Соответственно, ты меня понял. Так. Хорошо, единички мы боевые сегодня не тратим, то есть жетончики вот эти просили меня не тратить, и поэтому не будем мы их тратить. Зачем? Это не мое. Конечно, можно пооткрывать Проксиму на полную, да? Ну, блин, это дело такое. Если ты откроешь, это круто, а если не откроешь, то, блин, это, ну, такое будет себе удовольствие во вред, да. Вот потом просто не дадут и все, аккаунт на открытие. Что, ни одного ежа, да, одна альфа собралась, офигенно. Да уж, да уж, я сказал себе уж не очень, не очень, не очень. Так, ну что-то все, что творится, что это было сейчас, что-то все подвисло и все вернулось на круги своя. Так, хорошо, давайте-ка смотреть еще. А, нет, ничего нету, вообще нет ежей, вообще. Ежи все куда-то убежали. В лес, наверное.
Там уже тепло, и они поехали, наверное, в лес всей толпой. Так, вау, пятая карта. 42. Да ладно, давайте открывать. Вот тут по-любому что-то сейчас соберется. Да, вот серый еж собрался. Так, давайте еще. 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 Потом мы посмотрим, что у нас вообще выпало. Я не вижу, чтобы что-то там выпало такое шикарное. Блин. Все? Вообще ни одного ежа, да вы угораете. Блин, ну кабам, ну это было вообще отвратно. Ни один еж не выпал. Жестяк. Вообще никакого. Ну это фу, это просто фу было с твоей стороны, кабам. Ай, ладно, давайте вот эти, наверное, чуть-чуть повращаем. У нас выпадал зеленый, у нас выпадал космоса, да, по-моему. И что у нас здесь? Мутация. Мутация, в принципе, это хорошо. Мутанты есть кого качать, но если они здесь, вопрос такой вот. Потому что я вижу, что есть вот на аватаре мутант. Ну, если он вообще. Так, и космос, да, опять. Ну, космос, два ежа, соответственно, скорее всего, там еще есть космос. Значит, кого-то из космоса будут здесь качать. Вот, спасибо, конечно, Максиму за аккаунт, прежде всего. Это новый аккаунт, как вы видите. Ранее на нем не было открытия. И Максиму очень огромное спасибо, что он его дал. Но вот с ежами, конечно, не очень хорошо получилось, со сколочками. Блин, я рассчитывал, что все-таки хоть один-два да выпадет. Ну, видать, у Кабама были на этот счет другие планы. Вот, ну ладно, посмотрим, что будет в дальнейшем. Возможно, это дело компенсируется чем-то другим. Вот, будем надеяться, что что-то хорошее выпадет нам сегодня здесь. Вот, а пока-пока ничего такого здесь не вижу. Ежедневные, да, ежедневные здесь тоже есть. Давайте откроем, потому что здесь будут осколочки. Осколочки на катализаторы, поэтому мы это дело открываем, все это дело преобразуем побыстрее. Давай, 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 кабамба, кабам, темпи, темпи, темпи. Время, время, время у нас тут. Вау. Реклама уже. Так, давай еще. О, три звезды что-то есть. Кайлос, три звезды. Коля к нам пожаловал. Коля это такой у нас. Любит в гости ходить. Вот так, еще Коля. Ну, пойдет, пойдет, ладненько. А, три звезды выбили, это уже джекпот, можно сказать, для этих кристаллов. Что? Все, больше здесь нечего. Во, во, вот это мы тоже вскроем. Осколочки нужны нам. И тем более, что здесь есть четырехзвездочные осколочки. Ну, по-моему, этого никуда не хватит нам. Еще на один кристальчик. И все, да, и все у нас, больше ничего нету. Так, это, во, 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 вот это что-то интересное. Здесь можно крутить? Ну да, смотрите, здесь фрагменты, альфочки и обычные серые ежи. Фрагменты. Целый еж ни разу не прокрутился, а вот фрагмент на альфу, на какую, на первую или на какую? Что за кристалл вообще? А вторая категория альфа, ну это круто. Это круто. Вот это вот сейчас было круто, конечно, да. А вторая альфа, это очень хорошо. Что-то есть еще здесь ценное? Ну это такое себе. Хотя, почему бы и нет? Почему бы и нет? Потому что здесь, в принципе, да. Хотя не особо. Хотя не особо. Так. Боевые единицы. Парам-пам-пам-парам-пам-пам. А, жетоны. Что за жетоны? Так. Купи кристалл за боевые жетоны. А, боевые жетоны сказали тоже не тратить. Все, я понял. Ок. Как я понимаю. Если я правильно, конечно, понимаю, то я понимаю это так вот. Значит, подарочные кристаллы здесь также вводятся. Значит, открываем их немножко. Значит, тогда поменьше будет открытие. Все это гораздо быстрее пройдет. С одной стороны, это плюсом. Плюсом. Ну, с другой стороны, мы посмотрели бы, возможно, что там выпало в этих
с кристаллов арены. Здесь я это не открываю, это вам будет неинтересно. А вот этот, наверное, с кнопочки. Потому что здесь, па-па-па-пам, три звезды давай. Модок три звезды. Угу. Хорошо, я бы удивился очень сильно, если выпал бы модок в 4 звезды бы здесь. А, здесь можно, конечно, было бы вот такой кристалл открыть. Ну, я не знаю, мне не было команды на него. Ну, тут, конечно, хэлла. Да, я думаю, что не особо стоит это дело. Такое. Ну, такое. Вот этот бы, наверное, поинтереснее был бы. Вот, ну, тоже, как бы есть такие персонажи. Давайте открывать вот это вот. Открывать вот это у нас 73 тысячи. И все. И все. Больше ничего не можем купить. А что еще можем здесь? А, давайте, наверное, блин, ну как-то так, наверное. Да, вот так. Потом надо опять же выйти и еще один кристальчик докупить, конечно же. Один кристальчик еще взять и докупить просто-напросто. Вот. Хорошо, поехали. Давайте с кнопочки. 4 звезды. Давайте кристаллы падайте. То есть с персонажей кристаллов падайте 4 звезды. Я разрешаю сегодня такой. Разрешаю вам выпасть. Ну, выпадает, по крайней мере, нам вот такое всякое такое. И ни одного четырехзвездочного. Ну, я надеюсь, что один да выпадет. Один да выпадет. Я просто этого хочу. Хочу очень сильно. И нам выпадает три звезды. Баба Халк и Говард Утка. А, не того я желал, конечно. Так, давай быстрее преобразовывайся. А, не того. Вообще не того. Так, продолжаем. Да что ж ты будешь делать? Да, предложение это свои. Кабам, оставь себе. Ты нам давай чемпионов. Два новых. Опять, а, два новых. Опять вот тут три звезды, но это не Халк, это у нас... Два новых, есть шанс, что что-то интересное. Да, и... Да, да и да. Вот, Кабам компенсировал. Компенсировал то, что нам не дал Ежей, он зато дал нам два новых бойца с обычных кристаллов. И вот ты представляешь, нам выпал Блейд. Блейд нам выпал, и X23, это новые персонажи на этом аккаунте, и это очень хорошие, я бы сказал, это имбовые два персонажа. Закрываем все это неинтересно. Давай, давай, ну, все, да. Опять Блейд, ну, Блейд в 3 звезды. Хорошо, хорошо, очень хорошо, я бы сказал. Конечно, с Ежами, если еще бы повезло, был бы вообще, завидуйте. Завидуйте, давайте свои аккаунты, и я тоже вам постараюсь хороших вам открыть чемпионов. Вот, копите, копите кристаллы, и я тоже вам скрою, и я думаю, повезет. Значит, так, здесь берем вот так вот, и три докупаем поодиночке. Ой-ой-ой, я что-то листанул, по-моему, далеко, нет? Все нормально? Нормально, хорошо. Хорошо. У меня уже настроение поднялось. А у тебя как? У Максима, наверное, тоже поднялось, если он будет смотреть это видео. Я думаю, будет. Так, одни дубли. Одни дубли и ВЖЧ тут аж два раза выпал. Хорошо, ладно. Осколочки пригодятся. Возможно, мы насобираем еще на один кристальчик 4 звезды. А, может быть. Так. Не-не-не-не, не надо. А, не надо ничего нам это. И я, похоже, что-то опять не то ткнул. С этими рекламами. Да? Ну, походу, да. Эх, походу, да. Угу. Ну ладно, возвращаемся. Возвращаемся. Не будем смотреть на чемпионов. Я думаю, не стоит. Не стоит. Нечаянно, конечно, зашли туда. Там кто-то успел скрин сделать, да, посмотреть. Ага, топовые чемпионы. Вау. Вау. Я даже вот честно не успел посмотреть. Я кроме Мордо, по-моему, там никого и не видел. Так. Ну, блин, ну, Танос, завязывай. Я понимаю, что ты крутой чувак, но на тебя так долго смотреть это не особо. Значит, мы откроем, наверное, вот все-таки один вот такой кристалл. И лучше, пускай еще Максим подкупит, мы потом еще лучше пятизвездочный откроем. Потому что здесь довольно-таки хорошие чемпионы все равно падают. К сожалению, мы еще один кристалл тоже здесь не успели набрать. И это не очень. Хотя... 5, да? 5. Только 5 четырехзвездочных. 5 четырехзвездочных. Хорошо, открываем. Все, значит, не накопился. 5 это тоже очень хорошо. И здесь будем сейчас надеяться, что выпадет дубль
Значит, на кого? На Блейда, соответственно. Дубль на Блейда. Давайте жмем. Кэпы все такое уезжают у нас. Блин, ну... Что-то как-то такое себе. Лучше бы... Шельма выпала бы. Или там, я не знаю, Тор бы тот же. Ну, Сокол. Способность усилена. Даже не открыли способность, просто усилена. Ну, по крайней мере, ИСОшки тоже пригодятся. И плюс осколочки пятизвездочного чемпиона мы тоже получили. И давайте будем надеяться, что сейчас все-таки что-то отдельное нам выпадет. Так, Патрики, Мураши, все это уезжает от нас. Блейд. Блейд, дубль Блейду, ребятки. Дубль Блейду, еще раз вам скажу. Вот так вот, Блейд. Открыта способность, да. А ты надеялся, что фиксит выпадет? Фиг вам, а не фиксит. Не будет сегодня фиксита, я вам пророчу, вам говорю, вангую. Что хотите делать? Нету фиксита. Все, фиксит ушел отдыхать куда-нибудь. Далеко и надолго. Ну, пойдет. Для ВС, в принципе, да и для ЗС пойдет. То есть не для ВС, для ЗС пойдет. И открыта способность, в принципе, хорошо. Причем у нас почему-то все падают, и вы заметили, все падают эти. Чемпионы способности у нас сегодня. Ну, кроме X23, да, то есть можно будет качнуть того же Блейда на полную просто. В 5.50 сразу. Фих! Потому что ИСОшки уже, наверное, валом. Грут. Грут. Блин, бро, извиняюсь за Грута, но это не фиксит. Я сказал, что фиксит уехал, но Грут, видимо, решил остаться. Способность усилена, и у нас ИСОшка космоса, конечно же, выпала. Космос у нас, по крайней мере, падали ежи сегодня, и вот как раз ежи можно будет плюс ИСОшку на кого-то потратить. Вот, только я не знаю, кто у тебя там есть, я думаю, все-таки есть кого-то прокачать. Так, ну и у нас последнее, кто у нас? Кто же у нас гоблин уехал? Ну, воитель, да, то есть все чемпионы выпали с четырехзвездочных такие себе, ну, по крайней мере, есть стоящий один, и с дублем это Блейд. Что, в принципе, покрывает, наверное, все вот эти фейлы. Я что-то нахаркал себе на клавиатуру. Вот, ну, почему бы и нет, по крайней мере, того же агента взять, и мы открыли ему способность, и он, в принципе, нормальный чувак, который может стоять... на ВС. Вот. Ну, опять же, его надо качать. Его качать нужно. Ну и самое, наверное, что здесь стоит посмотреть, это 5 звезд. До 6 звезд, конечно, к сожалению, далеко. А вот 5-звездочного мы сегодня все-таки здесь тоже откроем. И хотелось бы кого-то такого. Очень-очень интересного. Очень-очень классного. Кого здесь нету? Либо какой-нибудь хороший, если есть пятизвездочный, хороший открыть дубль. Давайте посмотрим. Конечно, не Камела Халан, которая первая там открылась, а кого-то действительно стоящего. Грут уехал, Мураш уехал, Король Грут уехал, ХБ уехал. И, блин, ну в принципе, старый боец, ну не самый худший вариант, который мог бы выпасть. Ну, сорви голова, в принципе, может играть. Может. Почему бы и нет? Ну и он, опять же, способности ж, по-моему, да? Так, давайте все-таки отправимся в чемпионы. Горит, у нас два новых. Я не знаю, почему два новых. У нас три новых, насколько я знаю. Ну, видать, кто-то уже засветился, когда мы первый раз заходили, и поэтому отметили, что мы типа на него уже так взглянули одним глазом или другим глазом. Вот, давайте сегодня смотрим по способностям, фильтранем по способностям, кто есть способности. Тут есть Пантера, которая же прокачана, и стоит ли ему... Так, уберем фильтр еще раз, вот, то есть возьмем фильтр вот так вот, и посмотрим. Блейд, понятное дело, сорви голова. Здесь, в принципе, есть Пантера.
Ну, я думаю, Сорвиголову нет смысла качать, а вот как раз вот прокачать Блейда в 5.50, я думаю, здесь стоит. Электро тоже, конечно, можно прокачать. Вот этих вот ребят, череп кости прокачаны, да, это хорошо. То есть их можно качать. Ну и Венома на, соответственно, ЗС. За Блейда, я думаю, стоит поставить лайки, но в остальном все как-то такое себе. Вот. Поэтому, хотите Блейда, да? Копите кристаллы, и я постараюсь вам тоже их открыть. Вот такое было видео. Ставьте лайки, опять же, пишите комментарии и копите кристаллы. Также не забывайте подписываться на канал, кликать на колокольчик и также заходить в группу ВК и там тоже подписываться, чтобы понимать, когда будут ближайшие стримы, да? Вот. Потому что я там иногда это дело пишу пораньше, чем где я могу, в принципе, написать. Вот. Потому что больше мне особо-то и писать негде. Вот так вот. А это на сегодня все. Всем пока, ребятушки.